Доброго времени суток зрителям, случайным гостям нашего канала. С вами Рости, и это рубрика Gameplay Let's Play. Сегодня мы с вами поиграем в нововышедшую игру Call of Duty 2, там что-то там Modern Warfare 2. Короче, игра про Вторую мировую войну из серии Call of Duty. Последняя вышла совсем недавно. Я, конечно же, ее скачал на... Точнее, купил. Купил на торренте обязательно. Я это сделал, и вам советую только покупать лицензионные версии для того, чтобы поддерживать разработчика. А мы сейчас с вами немножко поиграем. Значит, я трошки пробежал, штурманул, получается, берег в Нормандии. И мы сейчас играем за американских солдат. Если кто не знает, это шутер, шмутер. Поэтому давайте поиграем, посмотрим. Я сейчас сижу в бункере. И, как вы видите, моя задача — это зачистить еще 4 бункера и захватить береговой плацдарм. Продолжаем игру. Поехали. Это наш кореш. Так. Где там бункеры? Какие бункеры? И как? Спасибо, теперь я в норме. Только что я совершил подвиг, хлопцы. Ой. Свой, я ему уже пустил. Так. Дымовую, хлопцы. Ой, это не дымовая, я извиняюсь. Прямо по дыму. А вот дым. Граната! Дым — это Е. Ребятки, кто будет играть, дым — это Е. Дымовая в воздухе! Я еще так кину. Они нас не видят, вперед! Вперед, они нас не видят. Падла. Вы видели, что произошло? Он чуть меня на кукан не посадил, свой немецкий. Тихо, тихо. А, это свой. Ребята, что происходит? Почему мне никто из вас не сказал, что я по своим стреляю? Пытаются маневрировать. Кинул дымовую гранату! Пополни комплект гранат. Нахер мне дымовая, я сейчас так с ними разберусь. Дымовая в воздухе! Огонь по своим неприемлем. Это война. Походу, как-то можно было стол перевернуть, ребят, но я не понял, как это делается, поэтому я не переворачивал. Это раз. И во-вторых, у меня осталось мало патронов на автомате. Артиллерия стреляет по берегу! Следующая атака наших не пройдет! Yes, sir! Все, нет патронов, придется стрелять в ружья. Вы видели этого наглого фашиста? Сидел, перезаряжался, как ни в чем не бывало. Так, это наш. Огнемет шпарит. Ух ты. Я пошел! Остановочку. О, отлично. Тут, походу, должны быть патроны на этот... На автомат. Нет патронов. Как это нет? О! О! Вы знаете, мне с автомата как-то более веселее. Мне только меньше нравится. Так, пополняем боезапасы. Что там произошло? Там что-то... Что, протайло? Тебе помочь нам? Не надо? А, да немцы! Ёлки-палки, вы шо? На, с приклада, с приклада. Что происходит? А, меня все-таки забили прикладом. Их слишком много было. Инфантри дает пись!
Вперед. Еще раз. Без прицела. Давайте, Фобс, я вам покажу, как надо тащить без прицела. Получись. Еще мы, в принципе, с ними... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я извиняюсь. Просто решетка помешала. Кинуть. Я вас сейчас научу уважать старших. Пацаны, там граната. Аккуратно. Я вас прошу. Так, МП-40. Вперед. Все, давайте будем сейчас, короче, аккуратненько играть. Я понял, чтобы вы потом не сказали, что я это, что я кривой. Я теперь не буду умирать, хлопцы. Я сейчас буду аккуратно идти и аккуратно буду их отстреливать. Мне нужна помощь! Ты как? Ты как? Ну ладно, не, не получилось ему помочь. Ребят, извиняюсь за кашель, болею немножко. Ой-ой-ой, это тут автоматы хорошие видно. Бросаю гранату! Это кнопочки перепутал. Оп, перезаряжаемся. Осталось один бункер зачистить. Перед этим я хотел бы зарядиться бы патрончиками какими-нибудь. Собирается на верхушке скалы. И бога ради, не дайте им себя убить. А не дайди. F. Кручу. Оп. Ладно, Цусман, еще один. Цусман. Если захиляем аптечечкой, это, кстати, клавиша 6. Аптечку, когда сможешь. Пошли! Ну давай! Опа! F. Ох ты! Падла немецка! Я нажимаю F, что ничего не происходит? А, я типа удерживал, пока на него Цусман напал. Цусман! Цусмана убил, ах ты сука! Не знаю, что надо сделать. А, вот так вот, наверное. Оп. Колесо вниз. И меня убили, короче. И я понял. Нас фашист всех раскидал. Я просто растерялся, что нужно было колесо вниз именно крутить. Для меня это было неожиданностью. Поэтому давайте еще раз сейчас понажимаю F. Такая динамичная прям игра. Веснами такие хорошие от фашиста. Так, и теперь мне надо навести, нажать F и вот так вот вниз, и F, еще нажимаю F, нажимаю F, ну-ну-ну. И вот так вот беру кепку. Падла, вы видели, у меня, я не успел взять его кепку гребаную. Какой-то, блин, фашист-терминатор, если честно. Короче, я должен был схватить его кепку и ударить его кепкой по этому, по башке. Вот, сейчас я готов. Так, хватаю кепи, колесо вниз. Оп. Все. Где наш еврей Сусман, друг? Впереди! Ну, дружище! Не могу встать. Черт! Вытащи меня отсюда. Да, держись, давай, мы тебя вытащим. Тащить союзника. Надо добраться до этого медпункта. Надо. Слева! Перезарядиться, братан. Надо войти в укрытие! Давай сюда, раненая жопа.
Сколько их? Много! Хорошо, что я ворошил скотилок по жизни. С одной пули повалю. Я думаю, ему сказочно повезло. Да, зачем мне использовать аптечку? Не надо, ну ладно, давай. Не знаю, куда я ухожу. Держись! Не поднимай голову! Ты убил их? Они все лезут! Хорошо. Ух ты. Готов, пошли! Это было неожиданно. Давай живее! Я с тобой! Черт! Отбросить? В смысле, я ее отбросил? Что это за херня, ребят? Все свидетели, вы видели, это неправильно, это какая-то хрень только что была, я ее отбросил. Вы реально подумаете, что это дебил какой-то, блин, криворукий. Я отбросил гранату. Давай живее! Я с тобой! Ну, черт! Вот, сейчас, вот, граната. Можем спуститься здесь! Сейчас отбросим, еще ну так. Вот так! Блин, не попадаю, что-то сглазил из себя, что я ворошиловский стрелок. Не дергайся! Я истекаю кровью! Да ты достал, зажми рану! Шпигуют меня, как хотят. Ты истекаешь кровью, давай слабак. Сюда! Пошел, пошел! Да. Так, держись. Мы спасли его. Врача! Мне нужен морфий. Только не умирай. Девочки в Париже ждут нас. Правда? Конечно. Дай взглянуть на твою девушку. Да ты шутишь? Ладно, я ни черта не вижу. Только отдохну чуток. Нет, не закрывай глаза. Эй! Дэниелс! Я здесь. Помоги. Кто-нибудь, приведите сюда врача! Я здесь, иди! О нем позаботятся. Ты пойдешь со мной, Дэниелс. Слушайте, у фермерского дома стоит орудие GPF. Оно бьет по берегу. Вперед! Мы вернемся за тобой. Проверь патроны и гранаты. Вы слышали? По дороге быстро. Проверить патроны и гранаты. Бери патроны, когда сможешь. Сэр, нужны патроны. Я про тебя не забыл. Типа, все, я понял их задумку. Короче, медик кидает аптечки, этот кидает патроны. Стандартная класса, как в этом, Battlefield там и так далее. Ладно, куда нам там? Вперед, только дойдем до фермы! Не готовьтесь к атаке! Ух ты, уже пулемет работает. Они разносят побережье в клочья! Пулемет вторая! Ну так это туда. Отвините пулемет! Да им накидали, что учить надо. Падлы. Если бы еще свои не толкались, было бы вообще супер. Аптечечку. Ох, тут они еще со всех сторон идут. Эти прям под пулями репеляются. Реализм.
штурмую здание. Аптечечка. Так, аптечечка. Берем пулемет. Добрый вечер, господа. Ого, их там идет. Ёлки-палки. Никому голову не поднимать, падлы. Ты смотри, что-то их с пулемета шли, они не умирают. МП-40, нормальная такая тема. Сэр, так, нужны патроны. Папаша. Держи, рядовой. А где этот? Пулемет мой. Взята осколочная граната. Зачем орудие? Дэниел, термит! Ух ты. Поберегись! Батюшки, бежать, бежать. Молодец, все равно меня гахнуло, блядь. Так, ребята, идем за мной к точке сбора. Пирсон, пошли. Составь рапорт о потерях. Столько людей погибло. Но мы взяли берег. Взяли его. Высокой ценой. Дэниелс. А я думал, что меня не удивить. Он ведь поправится? Ага. Его хорошо подлатали. Надо было остаться на лодке. Вовремя понял. Эй, я твой должник. Сам знаешь. Мы в расчете. Мы прорвемся. До конца? До конца. Мы взяли пляж! Лагерь ставим у второй линии кустов за хребтом. Ты принят в первую кровавую. Далеко забрался от Техаса, парень. О, а пафоса сколько? Никто из нас не был готов. Но ты сделал все верно. Спасибо, сэр. Я... Спасибо. Все будет хорошо. Да, сэр. Да, конечно. Вот такая не вот, знаю, ребятки, кто решил, игра. Что это лучший способ освободить сейчас... Европу, но я гарантирую одно. Утром на побережье их не было. Вот так вот. Плацдарм Омаха, Франция. 6 июня 1944 года. Ребятки, это было видео по новой игре, которая вышла. Значит, с вами был Роси. Это был канал Роли Гейм Онлайн. Обязательно ставьте лайки. Извините, если что-то видео не понравилось. Где-то я тупил, где-то меня убивали. Ну, я старался... Качество видео будет такое, как будет. Главное, что нету лагов. Я надеюсь, их опять же не будет. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал и ожидайте наши следующие видео. Всем пока и до скорых встреч.